Один милиционер погиб, еще двое получили тяжелые ранения при задержании диверсионной группы в Мариуполе. Правоохранители остановили автомобиль на блокпосте для проверки документов. В машине оказалась взрывчатка, водители и пассажиры открыли стрельбу и пытались удрать. Милиционеры бросились в погоню. Одного диверсанта застрелили, второй убежал. Его уже объявили в розыск. Это мариуполец, 29-летний Николай Гриненко, вооружен и опасен. Все, что о нем известно, просят сообщать по номеру телефона 102. Милиция Донецкой области предотвратила террористический акт на территории города Мариуполь. Сумка была полностью набита взрывчатыми средствами, приготовленными для непосредственного уже использования. И преступники оказали ярое сопротивление, потому что знали, что у них находится в машине.